А сейчас выпуск новостей бескультурья. Установлен, зафиксирован новый мировой рекорд по сидению на кресле. Рекорд установлен красным яблоком в пансионате «Последний вздох». Наша заштатная корреспондентская бригада уже на месте, и сейчас мы увидим их в прямом эфире. Фил, Фил, вы на прямой линии. Фил, прием, как слышно. Прием, как слышно. Добрый день, Ольга. Добрый день, товарищи. Мы находимся в дальнем захолустье Усть-Задрищенского района в пансионате «Последний вздох». И здесь уже полвека проживает наш рекордсмен. Сейчас мы возьмем у него интервью в прямом эфире, чего бы ему это не стоило. Местный персонал нас любезно согласился проводить до номера рекордсмена. Здравствуйте, товарищ Наснегов. Расскажите, как вы смогли поставить мировой рекорд по сидению на диване? Да Наснегов, я Наснегов. Ну, с тех пор, как съели вишню, жену мою, я сижу тут у окна вот уже полвека. Я не смотрю никакого телевизора, чтение там не интересует меня, переписки всякие там эти ваши, соцсети всякие. У меня нету гаджетов и виджетов, я не пользуюсь интернетом. Ну, и моя жизнь — это то, что видно через занавески. И мне плевать, кто приносит еду, платит по счетам. Я не покидаю комнаты. Мне страшно отходить от окна. Вдруг меня тоже съедят. Что, серьезно? Он правда не видит, что здесь нет окна? Ольга, нам больше нечего добавить, вы сами все видели. Фил Киркорян, невестное агентство «Панорама», специально для «Предпоследний канал». Вашу ж плодоножку.